Давайте посмотрим, смогу я выйти или нет. Так. Опа, с этой стороны нет, не пускает. Двое. Так, опа. А, сейчас только один забежит. А, блин, я ж дернулся. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби, Гусюня, Куёка, пацанчик, поздоровайся. Привет. Ребята, у нас давно не было рубрики «Аниматроники пугают охранника», поэтому у нас картов на всем, мы скачали новые пилпаки. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать выживать. Погнали. Так, ребята, это новые аниматроники, которые мы добавили, и они вышли прямо сегодня, я их сразу решил добавить. Ага, придавил его дверью, смотрите, как они прикольно выглядят. Зайти не может, а как хочет меня ударить. Ничего у него не получится. Поэтому, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Мы пустили его. А, они бьют руками? Ха-ха-ха, прикольно. И кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Тихо, не убьет он, не убьет. Прикольно сделано. Он когда бьет, да, такие звуки прикольные издает. На, тебе еще раз умер. Ладно, пусть меня убьет. Блин, со спины убило, это вообще реально? Хорошо. Я на самом деле, пацаны, специально подался. Так. Другу не может помочь выйти. Так, давайте здесь дверь откроем, все равно они все здесь. Ушел, отлично. Так, здесь ты закрыл, здесь работает, да? Давайте перепроверим работоспособность всех дверей. Так, здесь не работает. О, опять зашел, да ты задрал. Это жесть. Тихо. А, еще один. Что за белка вонючая пришла? А чё это за стрёмная белка? Я таких аниматроников не знаю. Ребята, напишите в комментариях, как этих аниматроников зовут. Кто напишет правильно, сразу в ролик попадет. Ай, да что ты, морда вонючая, а? Ой, я знаю, как от них можно убегать. Надо в вентиляцию залезть. Так. Они не могут в вентиляцию заходить. Всё, отлично. Я не знаю, если не контр нажмут, они могут заходить в вентиляцию или нет? Так, нет. Так. Не может попасть. Толстая жопа. Отлично. Отсюда есть еще выход какой-то? Я уже, знаете, забыл эту карту. Так, тут нельзя никаких выходов найти. Будем потихонечку, не спеша. Они ушли. Как они заходят? Нет. Мы же двери закрываем. А вот еще один аниматроник. Ну нафиг, надо текать. Чекает, стоит, смотрите, специально проходы. Ушел. Нет, стоит. Нет. Блин, они такие классные. Ребята, если вы хотите, чтобы мы сделали обзор на новый пилпак, напишите, мы хотим. И мы в следующем ролике сделаем обзор на новых аниматроников. Ну, уходи уже, мужик. Ну, смотри, какой наглый. Опа, и двери умеет открывать, это очень умные аниматроники. Ой. Я тебе открою, давай, заходи. А, блин, через двери убил. Ну, представляете, какой хитрый. Так. Все, двери закрыты. Не открывай, все. Давай сюда залезем. Открывай двери и сюда давай залезем. Посмотрим, они нас могут убить или нет. Открыто. Заходи. Залазь. Все, я вижу. Ого, там психованный какой-то заяц пришел. Я вижу его голову. Такой стрёмный. Да не, открывай, они нас не убьют там. Они не могут бить на расстоянии, это классно, они натроник. Они только руками могут бить. Так. Так, я насколько помню, здесь очень длинная вентиляция. Очень длиннющая. А ну давай я пойду в первый. Проходи, я хочу туда посмотреть, что они будут делать. Так, только они выйдут, мы сразу слезем и закроем двери. Понятно, что убивать... Ой. Офигеть. Да что это за фигня, убили. Вы псих! Отвали! А гуляй по пиццерии. 1000 лет я уже в этой пиццерии не гулял. Давно вы не записывали? Так. Не дает мне выйти. Давайте посмотрим, смогу я выйти или нет. Так. Опа, с этой стороны нет, не пускает. Двое. Так. Опа. А, сейчас только один забежит. А, блин, я ж дернулся. Стремные, блин. Вроде такие, знаете, плюшевые, ну, мочат нормально. Даже на расстоянии немножко убивают. Не обязательно им подходить близко очень. Попорец взял.
Так, два будем чекать. Ой. Ой. Пока. Пока. С двух сторон стоят. А ну можно вообще топором ударить через эту? Нет, нельзя. Не, они через двери, кстати, убивать тоже не могут. Видите, махает и ничего сделать не может. Такая прикольная морда у него. Сейчас только уйдет, я открою двери. Я вижу, стоит. Их тут двое. Их там нет с твоей стороны. Только будет идти, сразу закрывай. Закрывай, закрывай, блин, пришел. Так, 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 осторожно, осторожно. Не дадимся. Он телепортируется. А, беги, беги. Быстрее, 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 быстрее. Дверь закрыта. Вот это он звуки издает стрёмные. А, блин, представляете, я закрыл дверь, а он меня все равно убил. Вот это морда. Два пистолета. Фонарик. Ого, как-то так, как так-то? Ага, я понял. Какой-то глюк произошел. Никого нету, никого. Только увижу, сразу закрою двери. Ай-яй-яй-яй-яй, да как они нас убивают постоянно? Они проходят как-то. Я вроде закрываю, они проходят. Я побежал в офис. Я в офис иду. Офигеть, а давайте ночное резвление подрубим. О, я все вижу теперь. Вот это они там мочат. Они не нашли меня все-таки. Это хорошо. Давайте повыглядываем. Никого здесь нету? Здесь никого нету. Здесь никого нету. Отлично. Будем пока здесь сидеть. Каш, когда они будут в офисе, я выйду отсюда. С нычки этой. В офисе именно. Да, если они будут возле офиса, скажешь. Но они сейчас возле офиса. Вроде. Отлично, выходим. Опа. Отлично, отлично, зашкерился. Как-то освещение странно работает. Давайте понаблюдаем за этими телепинтриками. Ого, они звуки классные издают. Мама, мама, мама. Нет, я выйду, я выйду. Смотрите, опа, опа-па. Его ж не ударить. Вот это он стрёмный, блин, жесть. А, эх, двое, двое, блин, позвал ту белку вонючую, и они меня убили. Лично, все, офис закрытый. Все, ребятушки, постараемся повыживать. Так, а что, а я помню, за то верю, что... А что в этой вентиляции, уже 1000 лет здесь не был. Давайте прогуляемся. А, это в другую часть карты ведет. Так. А, это там, где дверь вызывает черные эти, такие тени, и карта закрывается. Так, а это мы назад в офис вернемся. Вот сейчас мы как бы обошли. Да-да-да, с другой стороны вышли. Так, все, в офисе никого нету. Они пытаются зайти, но зайти не могут. Отлично, отлично. Выживаем. Так, открывая двери. Блин, они вечно стоят здесь возле двери. За этих аниматроников, кстати, видите, не так легко играть им. Надо чисто руками только бить, так нельзя убить. Ну то с этим пилпаком можно пытаться записать, аниматроники гоняются за нами. Тихо, 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 успокойся. Ой, мы застряли в друг друге. Стопэ, стопэ, осторожно. Осторожно, осторожно. Отвали, отвали, морда. Убить меня хочет, как тебе получается. Ну давай побегаем. Давай, все. Нет, я думал, уходят. А, их двое пришло, ах вы заразы. Я сейчас дверь открою и убегу. И убегу сразу. Дверь открыли. Дверь открыла эту. Дверь открыл, дверь открыл и убежал. Отлично. Все, зашкерились. Никого здесь нету, никто меня не увидит никогда. Опа! Блин! Я, пацаны, поддался. На самом деле, я, честно, их боюсь немножко. Они очень стрёмные. Эй, вы что, двери открываете? У них взломщик дверей есть. Так. Ай, быстрее, ноги сейчас поломают мне. Так, дверь открыта одна, другая дверь открыта. Так, я уже не помню, куда эти вентиляции ведут? Давай. Я иду в эту. Давай, я пойду, короче, прямо. Может, мы там встретимся с тобой? Мне интересно, они вместе соединяются, эти вентиляции? Нет. Так, здесь написано «It's me». Вот уже из охранников здесь выживал. И, видно, не смог выжить. О! Мы с тобой встретились. Так, это идет в офис, да, откуда я пришел. Давай сюда пройдем.
Блин, ты знаешь, что нет аниматроников, которые по вентиляции могут бегать? Отлично. Мне надо будет штаны погладить, немножко невыглаженные штаны у охранника. У тебя тоже. Я знаю. Так от аниматроников бегаешь, вечно коричневая сзади. О. Так, а что там? Она ломается, как ты думаешь? А ну давай. А удалить можно? Нет, все, давай. Короче, идем сюда тогда. А никого нету. Отлично. Блин, стремновато. Блин, какие-то и звуки стрёмные. А это мы что, сейчас назад в офис вернемся? Возможно. Ну да, вот тут сейчас... Получается, эти вентиляции просто между собой соединены, как таким, знаете, квадратом. Я вижу, он стоит, уже ждет нас. Слышь ты! Кто-то двери ломает нам. Короче, сейчас спускайся, открывай резко двери. Смотри. Опа! Не смог. Не смог, не смог, не смог, не смог. А, отлично, беги, беги. Беги, беги, беги. Ой. Выживаем. Так. Никого нету, никого. Опа, вот я вижу. На входе, короче, стал. И вот бежит за нами. Ха-ха, не сможет он убить. Кстати, очень сложно за него играть. Так, сзади, сзади. Короче, надо, чтобы кто-то из нас забежал в офис. Я одному пендаля дал. Ха-ха, подстрачьте к аниматронику. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Блин. 53 жизни осталось. Чего-то... Они, кстати, не всегда отнимают 100% жизни. Могут и меньше отнять. Йо, да, я вижу, я вижу. Так, открываем двери и убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем. Я вон его аниматроником сегодня. Отлично, отлично. Все, давай, закрытый. Ай-яй-яй, блин, стоит, чекает. Это что, они наш офис захватили? По сути. А что нам делать теперь? Как попасть туда? А тут есть вентиляция, которая туда может привести нас? Ну, давай искать. Я думаю, нет, вроде бы есть. Должны быть. Должны быть вентиляция. А ну-то у нее есть тут где-то вентиляция? Шкатулка. В шкатулке ничего нету. Нет. А как нам попасть туда? А как попасть в офис? О, зато туалетная бумага есть. Туалетную бумагу, давай, обязательно запасайся туалетной бумагой, так дверь эту нельзя открыть. Как нам попасть туда? Я слышу, и топают. Захватили офис. Захватили, да? Формалеи. И дверью щелкают. Ты че, офигел? На тебе по голове монтировкой дал. И сбил аниматроника. Так. Ай, блин, вот это жесть, он мне прописал. Это что, сейчас появлюсь в офисе, и они сразу там, да? Так, ну что, буду я идти тогда, что делать? Привет. Мы выживаем здесь в офисе. Блин, захватили офис, представляете, что делают? И не выпускают нас. И стоят возле двери вдвоем. Ага, а я убежал. Ха-ха, ты не зайдешь сюда. Ой, ой-ой-ой, а это тоже не сможет, наверное, зайти. Отвали, 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 еще бы чуть-чуть бы убил меня. Так, отлично. Отлично. Все, вали, 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 вали. Мы будем уничтожать всех. Мне интересно, если положить бомбу, она взорвалась бы потом? А, отвали! Отвали, там черная стена идет! Я не вижу еще черную стену. Ну блин, стоит и не пускает меня. Представляете, как он наглый? Так, черной стены еще пока нету. Есть! Появились. Я вижу, я вижу, я вижу. Черные штуки уже спускаются. Блин, нам сегодня очень жесткие аниматроники попались. Что получается, аниматроники выигрывают нас? Захватили пиццерию, есть. Ой, зараза, надо быстро убегать. О, все. Я уже в небытие. О, я тоже. А куда идти? А куда идти? О, вижу, вижу, побежали. Там скример. Не, вроде не будет скримера, убрали его уже. Ну да, нету скримера, смотрите. Ха-ха, отлично. Уже скример потом появится, я не знаю, но его нету. Welcome... Stranger. Короче, привет, странник, да? Или как переводится? Его не вижу. Вообще темно, что даже фонарик не светит. А давайте на кухню. Обманули. Блин, скример появился у меня прям на лице. Так, а если вот эта кнопка? Я, кстати, вот обычно мы сюда прыгаем в яму. Давайте не пойду в яму. Давайте проверим, насколько она большая. А, и все, это конец? Все, аниматроников здесь нету. Мы чисто с тобой... Вдвоем здесь?
Вот вижу, вижу, вижу аниматроника, я его подсвечиваю. Ха-ха, упал один. Так, а этот мне ничего сделать не может. Давай, повыживай в небытие. Кстати, я его только могу подсветить фонариком. Если не светить фонариком, я его не вижу. Ну давай, падай вниз, давай. Я не буду, я хочу повыживать еще. Ха-ха-ха, ты меня никак не убьешь. Отлично. Ну что, секунд вонючий. Так, осторожно, осторожно. Не-не-не-не-не, я не... Он пропал. Он пропал. А где он? Вот он! Ты хитрый, сзади хотел обойти меня. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Кто пропал? Если начну режим подрубить, будет видно его? Нет. Нема его. Нема. Нету. Это он? А где он? Нету аниматроника. Он упал. Выиграли. Он упал? Я не знаю, я... Вот он, вот он! Ах ты хитрый! Нет, я его увидел. Он меня хочет убить. На. На. А сколько у них жизни, мне интересно? Я не знаю. Я тебя здесь убью. Нет, я тебе не дамся живым. О, там что-то видно. Что здесь? А, это так конец карты, да? А, на тебе. Ах ты, блин, еще чуть-чуть бы убил меня. А я вижу их не жизни. 4000 жизни. Попробуй его уничтожить. Ох, кровяша идет с него. Нет, это слабое оружие. На, отлично. На. На. Я его сейчас убью. Отлично. Он аниматроников меняет. Ты чё, жопа? Я тебя должен был убить уже. Эй! Нет! Я проиграл. Да блин, я бы его убил бы, ребят. Он взял, поменял аниматроника. Из-за этого у него жизни увеличились. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Поджигай.